Ну что, друзья, до Нового года осталось 2 недели. Пора дарить подарки. Интересно, что же такого может подарить Баече своим зрителям? Сразу скажу, что подарок будет очень полезный буквально всем. Будет ли он приятный? Думаю, да, однозначно. Будет ли это подарок надолго? Думаю, что навсегда. Так, я поздравляю всех моих зрителей с наступающим Новым годом, но это еще не последнее поздравление. Я еще подготовила для вас кое-какие интересные новости, сюрпризы, но это немножко позже. У нас еще есть 2 недели. Итак, я поздравляю вас с наступающим Новым годом и дарю вам сборник моих любимых рецептов салатов-щеток. Целых 20 рецептов интересных и вкусных салатов-щеток. Почему именно салаты-щетки? Я наблюдаю за своими клиентами, да и вообще просто за комментариями моих зрителей, и понимаю, что салаты-щетки для многих, для очень многих, это скучная вещь. Очень редко встречаю человека, которому нравится есть салаты-щетки. Хотя, как вы знаете, есть их, ну, очень необходимо, ну, просто крайне необходимо, если мы хотим заботиться о чистоте нашего кишечника, соответственно, о чистоте и здоровье нашего организма. Так вот, салаты-щетки – это один из нелюбимых видов еды для очень многих людей. И это совершенно напрасно, потому что я могу сказать, что вы просто не умеете их готовить. Для вас салат-щетка – это что-то такое скучное и банальное – капуста, свекла, морковь и все. Но на самом деле это не так. Я протестировала целую кучу рецептов и отобрала из них самые вкусные, самые интересные, самые яркие, на мой взгляд, и собрала их в один сборник, который дарю сегодня вам. Забудьте про набившее оскомину сочетание капусты, свекла, морковь. Подумайте о том, как можно вкусно приготовить дайкон в сливочном соусе, а морковь в апельсиновом соке. Да это же, это просто сказка, это песня. У вас будут слюнки течь. И вы, наконец, откроете для себя этот прекрасный мир салатов-щеток. Сборник состоит из 2 частей. 10 рецептов салатов-щеток, которые можно есть с любой едой. И 10 рецептов салатов-щеток, которые есть желательно только в моноварианте. Ну, вы поймете, в чем там фишка. И надеюсь, что мои салаты-щетки прекрасно впишутся в вашу жизнь. Как в предновогоднюю, так в новогоднюю, и посленовогоднюю, и на все оставшиеся годы. Итак, принимайте мой подарок, переходите вниз в описании к видео, нажимайте ссылочку, заполняйте небольшую форму и получайте ваш подарок. А в четверг выйдет видео, в котором будет для вас сюрприз. С наступающим! Надолго не прощаюсь, ваша Баече.